Сельхозпроизводители признают, что приходится иногда сталкиваться с проблемами, с решением которых им в одиночку справиться не по силам. Такой вид помощи это уже нас простимулирует и перекроет определенные виды затрат, которые мы не можем перекрыть на данный момент в связи с этими экономическими проблемами. Очень сильно надеемся. И надеемся, что не ограничимся только одной программой, потому что мы собираемся работать, у нас есть еще и осенняя уборка и так далее. Проблема получается, что очень дорогое топливо и очень дорогое удобрение. И если понизили цену на продукцию, то мы останемся или по нулям, или мы будем просто в убытке. И в следующем году просто не стоит сеять ничего. Сейчас была встреча, нас взяли на заметку, сказали, что попробуют решить нашу проблему. Мы надеемся на это и думаем, что в будущем у нас пойдет, как было в начале. Мы стремимся к этому, стараемся и думаем, что может в связи с этими собраниями, в связи с этим обществом уже, когда мы собирались, мы думаем, что пойдем вперед. Аграрии надеются, что помощь будет оказана в кратчайшие сроки.